Всем привет, с вами я, Артем Гагарин, и сегодня мы вновь находимся в Верховной Раде Украины. И начать позвольте с небольшого стиха. Он умел красиво говорить, но не собирался уходить. Надоело ждать, время истекло. Как хотелось встретить лето, лето без него. Именно политическая деятельность Арсения Петровича и вдохновила меня на создание новой рубрики, которая будет так и называться «Шутка в лоб, так шутка в лоб». И первым моим гостем станет Борислав Береза. Наконец-то я вас нашел. Да. У нас новая рубрика. Так. Значит, называется «Шутка в лоб, так шутка в лоб». Мы проверяем, насколько у политиков, да и разных людей, есть чувство юмора. У меня нет. Вы бы эту шутку в лоб задали вопрос пасхальному кролику. Но пасхального кролика нет уже более месяца в кресле премьер-министра. Человек говорит, что нет у него чувства юмора. Ага, конечно, хотелось бы верить. Итак, да. Несколько шуток от меня про Борислава Березу. Рано. Извините. Фальштарт. Борислав Береза проиграл выборы Кличко. Как Береза мог проиграть Дубу, непонятно. Вот непонятно, но факты есть. Да, я понял, не смешная тема, хорошо. Борислав Береза, посещая врача, просит не делать ему укол в правый сектор. Хорошо. Хорошо, поехали дальше. Во время снятия с должности премьера Арсения Яценюка Борислав Береза зацвел. Ну, расцвел, возрадовался и смотрел в сторону Барны. А Барна к Арсению Петровичу не шел и не шел. Хотя букетик-то был. Да, потому что вот это вот дружеское пожатие, ну, Барны, ну, мы же его помним. Да, осталось, наверное, навсегда в эмоциональной душе Арсения Петровича. Вот да. Барна должен говорить вот так вот. Я с ганьбою жить не буду. Нет, он должен делать это так. Я с ганьбою жить. Продолжаем шутки. Так, ну и благодаря плану Б Борислава Березы, Виталий Кличко выучил вторую букву алфавита. Ну что, ну, как бы, наверное, да. Вот, вот. Вот я же говорил, есть чувство юмора у тебя. А тем более, мы, значит... а знаете, как из той серии, что говорит, Береза лучше, чем Кличко. Чем лучше? Чем Кличко. На секундочку. Умеет шутить. А сейчас мы посмотрим, значит, мы даем шутки, и вы читаете про себя. Итак, поехали. Перед корпоративом Верховной Рады партия решительных граждан решительно не скидывается. Решительно. Борислав Береза есть свой заместитель, так сказать, подберезовик. А вот это в десятку, потому что реально всех людей, которые со мной называют, говорят Береза и его подберезовики. Это точно. Так, ну и вот, вот такая вот шутка последняя. Давайте. Чтобы стать мэром Киева, Бориславу Березе не хватило всего лишь отсутствия Виталия Кличко. А, знаете, я думаю, очень тонко, но давайте ее докрутим, чтобы, знаете, не хватило. Для того, чтобы... стать мэром Киева Бориславу Березу не хватило всего лишь отсутствия у Виталия Кличко денег и президента. Так аж серьезно, у меня слеза должна быть. Не плачь, держите в руках. Чуть-чуть, чтобы держите себя в руках. Друзья, я буду держать себя просто в руках. Это был Артем Гагарин. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо.